Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео посвящено клиентским работам ворота Z-система на 4 рычагах, установленные в гараже. Выкладываю на мой канал Александр Алис плейлист «Подъемные ворота и другие мои конструкции». Заходите, смотрите, здесь уже есть первых 4 серии, это продолжение работ. Перехожу в мою папку «Галерея работ». Как видите, тут накопилось уже много материала, видео и фото. И сейчас постепенно начнем рассматривать эти варианты ворот. Поехали. Давай. Так, ну вот калитка. Мы ее сделали. Все четко закрывается. Вот так ворота. Закрывай. Ну, дерни вот за эту ручку белую. Открой их снаружи. Так, давай еще изнутри. Вот здесь свет. Тихо, тихо. Ну, щели есть, но у нас холодный склад, поэтому нам вот эта вся прям теплоизоляция тут не важна. Зазоры выставили. Ну-ка, теперь давай. Ну, закрой калитку, открывай ворота. Я отсюда засниму. Да. Сейчас закрою. Все. То есть высота 2,23. Это у нас 0. Это все будет в бетоне. Отбойник еще продумаем, что как будет поудобней. Так, Анатолий, это вторые ворота уже сложили. Петь, потяни их, открой, покажи, как оно все працює. О, все четко. Бомба, ракета. Сейчас они зафиксированы. Но сейчас без профнастила. То есть они сейчас резко идут вверх. Ну, амортизаторы их сдерживают. Да. Покажи, какие вот уплотнители. Везде все четенько стало. Вот теперь закрываю. Все четко. Вот я начинаю открывать. Да, да. Вот. Раз. И скользит. Да, да, да. Резиновый его просто тупо закусывает. Ну, не зажевано. Ага. Вот так. Закрываем. Поднимаем. Дальше берем за цепочку, которой у нас сейчас нет, но она обязательно будет. Опускаем. В любом позиции стоят. Опускаем. В принципе, они сами дойдут, как им нужно. Так, Богдане, зробили. Показываем. Оце висить баклажки, це вага на профнастил. Петь, покажи, як воно піднімається. Так, от легенько, до речі. Опа. І там трошечки тільки дотягнути рукою. Все. Стоїть, тримається. Тепер закриваємо. От за мотузочку тягне, але легенько одною рукою, бач. Все. Фіртка. Залишилось зараз тільки тут вирізати
Вот и вот так все працює, тут все відкривається, закривається. Бомбезні. Ворота вийшли, клас. Відкривається, так. А вот это интересный пример ворот, которые стоят в веллинге. То есть вот тут видите река, это для катера гараж. Ворота были сделаны из стеклопластиковых труб. Вверху, видите, окно устроено. То есть они были полностью все из пластика. Очень интересно. Такие были первые на воде. Потом уже есть сделаны ворота книжка, тоже на веллинге. Вот это был первый вариант ворот, когда они были установлены прямо в проеме. Хочу представить себе ворота Z-системы по проекту Александра Ильичука из города Винницы. Значит, работают они очень просто. Открываем засов и толкаем. Они работают. Значит, здесь стоят пружины, здесь стоят амортизаторы. За счет вот этого всего вот эти ворота работают. То есть это нужно заказывать проект этот, и по этому проекту не делается. То есть регулировка делается достаточно нежно и в зависимости как надо. То есть... Ну, скрипят, потому что еще пока не смазаны. Вот вчера только доделали. То есть никаких направляющих, ничего абсолютно нет. То есть ворота компактно прилегают полностью к проему ворот. Так что, если кому-то интересно, обращайтесь. Александр Ильичук, ворота Z-системы, в интернете можно найти. Всем пока. Значит, смотрите, какая в чем фишка. Все закрыто стеклопакетами. Но если на хитрость это сделано из поликарбоната, потому что если бы это было стекло, мы бы его просто не подняли никак. Вот здесь вот ручечка приделана. Еще раз размер здесь 2,30 на 4 почти, на 3,75. Чуть-чуть дотолкнуть, и вот они открываются до верха. Вот, видите, разделено специально, вверху сделано как бы окно. Вот, потому что даже для Z-системы, ну, это было слишком большой вес, чтобы полностью открывать. И, ну, и это расстояние пошло на притолок. Как бы вот так. Сюда поставлен привод. Ворота очень красивые получились. Классные. Достать не могу. Тяну за рычаг. Вот, видите. Вес ворот 130 килограмм, 135. И вот я их тоже одной рукой закрываю. Открываю. Когда снимется пленка, будет вообще бомбезно. Себе представляю. Вот. Так, вот это ворота номер 2. Наконец-то мы все уже сделали тут. Еще одни ворота остались. Вот на пульте все четенько. Оп, закрываю. Попробуем снять видео, как работает привод на воротах. Да, надо сказать, что чувствительность маленькая. Если ставишь, то
одном месте подклинивает. Вот примерно так. Я чуть повыше, вот буквально 10 сантиметров выставлял, и не работало. Не работало. Буквально. Клинил тяга привода заходила за ворота. Я вот спустил буквально на раму ворота, и все заработало. Да, готов. Дерзайте. Вот такие классные ворота у нас получились. Открывай. Класс. Ага. Ну давай, закрывай канитель. Аккуратненько так. Гена. Да, теперь открывай. Аккуратненько тоже. О. Что интересно, на хороших амортизаторах, если поставить мощные, ворота могут работать и без пружин, вот показываю. То одни амортизаторы. Тянем. Вот они. Теперь смотрите, вот отпускаю, и они легенько сами поднимаются. Видите? Держатся на одном амортизаторе. Вот, опустил, и он сам вверх идет. Также отпускаю. И довести до низа. Опа. Все, зафиксировалось. Отлично. Закрывай. Да, иди сюда, вот этот механизм. Это нам. Не, тут не допустим. Все, отходи. На паузу поставить. И откройте еще. Мы можем отделать его до утра. Thank you.
Доброго дня вам, Олександр. Ось такий цех у нас. Ворота Z-система. Сергій, давай! І ось воно трошки. Середину заходимо, всередину. Ось воно так все виглядає. Це процес закривання. Ось так. Каліточка. Добре. Ворота, але ще треба зашити. Відкривається. Оп, стоять. Ще тільки на пальчику. Добрый день, Александр. Да, наконец-то мы сделали ваши ворота. Целый год мы еще. Схема работает, профиль сумасшедший забесали, дружище заказал, черт знает где. Вообще шикарно. Пальчиком, как вы показывали, раз, убегаем, поднимается. Опс, красота. С этой стороны, Диман, обшили миллиметровым пластиком, белым. Вообще шикарно получилось. Заходи туда, вовнутрь. Поснимаю все, как мы забыцали. То есть то, что вы говорили, все работает. Все получилось у нас. Чем больше вес, оказывается, тем они лучше закрываются. Да. Здесь пластиком обшили, все работает шикарно. Сейчас темно, наверное, не видно. Сейчас отключим. Да, здесь белым пластиком обшили. Все вообще красиво получилось. Задвижечка у нас все закрывается. Пока замочки не ставили еще. Да, не знаю, видно или нет, пружинки, все. Ну, пластик мы нашли вообще классный. И нам понравилось. Пластик 1 миллиметр. Да, миллиметровый. Вообще. Очень легкий, всего 6 килограмм. Да, может, веса. Может ближе, сейчас откроем, посмотрите на свет. То есть мы приходите. Его сбросили, вот посмотрели, значит, уже интересуются многие другие люди. Будем вот, зарабатывать деньги этой продукцией. Да, закрывается. Поэтому тоже все легко, вот двумя пальцами, раз. Ваша система, система Z работает. Да, и металлопрофиль. Ну, металлопрофиль вот нужно с широкой волной. Оно смотрится как... ролет. Как ролет, да. Как ролетное. Здорово, вообще классно. Я обалдею. Ну, пока мы еще не ставили, так сказать, эти, как их называют? Резиночки. Резиночки уплотнительные, да. Но я думаю, что мы, если будет необходимость в этом, все это сделаем. Вот. Ну, пока. Огромное вам спасибо. Привет из Белоруссии. Очень здорово. Всем привет, как у вас там коронавирус. Если надо, необходимо еще дополнительные в более надлежащем видео, да, мы готовы вам сделать рекламу. Спасибо. Все, до свидания. Что, Сережа, закрыть.
Вот, и тихенько все працює, так як має бути. А, оцей підрізати треба буде, да. О, все, бомба-ракета. О, шикардосно. Итак, вы просмотрели большое видео, большую подборку видео по воротам Z-системы, установленных в гараже. Это работы в основном моих клиентов, ну и мои тоже. География, как вы увидели, огромна. Украина, Беларусь, Россия, Молдова, Казахстан, есть еще Узбекистан, Грузия. В Европе есть установлено. Ну, к сожалению, не все высылают видео, поэтому, пожалуйста, будьте активны, высылайте видеоматериалы, я их буду выставлять обязательно на канале. Если вас заинтересовала моя система, ворота Z-система на 4 рычагах, пожалуйста, пишите мне параметры своих ворот, заходите на мой сайт, на почту, WhatsApp, Viber, и таким образом я могу сделать расчет необходимых параметров рычагов, пружин и амортизаторов. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео, будьте активны, пишите комменты, спрашивайте, я всегда рад помочь самодельщикам. Всем пока. А еще не забудьте, следующее видео будет посвящено воротам, установленных во дворе в качестве въездных. Это тоже будет интересно. Пока.